Всем привет! Я продолжаю проходить миссию Operation Flashpoint Resistance. В этот раз у нас будет миссия под холмом. Нам нужно будет отбить несколько атак русских. Вот такую амуницию я поставил на своих бойцов. Давайте попробуем. Так, давайте что-нибудь придумаем. Встреча сюда, короче, идет. Второй сюда. Ящики. В ящике можем еще что-нибудь взять. М72, G36. Отличная вещь. Дальше мы распределим. Замечательно. Взрывается все. Опасно тут ходить. Жаль, конечно, что нельзя будет изобречь, увлечь в это все. Ну-ка, никто сюда не высадится. Блин, патрона не хватает. Я сказал, никто отсюда не выйдет. Все. Окей, мы победили первую атаку, но стой alert. Это не будет последней. Бомбежка. Не. Ты кто еще там? Отлично.
11 o'clock. Ship 500. Мне еще уходит где-то, блин, на километр. Ой! Ой-ой-ой-ой. Это кто? Ага. Так, значит, один у нас осталась ракета. Да, еще один. Что, дуло не поворачивается, да? Очень жаль. А у меня вот поворачивается. Откуда вы, ребята, взялись-то? Ох, ну это, конечно, я... Пожестче будет даже, чем 28 панфиловцев. Только нас тут 9 панфиловцев. 8. Найс, найс. Все. Начинается самая веселая часть. Сохранимся. Вот и наши боты там где-то работают даже. Не дотягивается. Soldier is history. 7 o'clock. Enemy.
Продолжим. Один узнал, где я нахожусь. Опа. Хорошо, я пулеметчик-то поставил. Блин. Да что ж такое? Нет, еще кто-то жив. За маркером спрятался. Ух. We did it. We withstood all of the Russian attacks. Замечательно.